3 декабря церковь празднует память преподобного Григория Декаполита. Преподобный Григорий жил в 8 веке. Он родился в городе Декаполь в благочестивой христианской семье. Еще в юности хорошо изучил Слово Божие и решил посвятить себя служению церкви. Отказавшись от женитьбы, будущий подвижник ушел в монастырь. По благословению настоятеля он поселился в уединенной пещере. Преподобный подвязался в посте и непрестанной молитве, терпеливо преодолевал трудности уединенной жизни, все больше и больше укрепляясь духовно. Однажды ночью ему явился в видении ангел Господень, вручивший святому пламенный меч. Ангел сказал преподобному, что ему предстоит отправиться в столицу, Константинополь, и возвысить свой голос в защиту святых икон. В это время возникла ересь иконоборчества, которую поддерживали императоры. Исполняя повеление Божие, преподобный покинул затвор и смело проповедовал истину о почитании святых икон, обличал правителей за притеснение и преследование иконопочитателей. Ничто не страшило святого Григория, даже угроза заключения в темницу и ссылка. Многих верующих ему удалось укрепить в почитании икон, многих он сподвиг встать на защиту церкви. Кроме столицы, преподобный посещал и другие города. Предчувствуя скорую кончину, преподобный Григорий решил вернуться в монастырь, где когда-то начал свой духовный подвиг. После Господь прославил своего угодника чудесами.